Всем привет! Ходила только что в магазин, скуплялась. Сейчас вам покажу, что купила. Так, я готовлюсь на четверг. У нас гости будут, родители придут, мне день рождения будет, так что потихонечку скупляемся. Сейчас вам расскажу, что я купила. В общем, сегодня сидела, составляла меню. Приедет дочка моя старшая, ну кто уже знает. Смотрю вниз, чтобы не наступить же на собаку. И придут родители мои. В этом году не будем мы отмечать, так скромненько посидим, только с родителями, ну, в кругу семьи, с дочкой и все. Такое. В общем, меню продумывая, заказали. Ну, не заказали, я предложила холодца. София холодец хочет. Маме тоже сказала, она, о, давай, вари холодец. В общем, скупилась на холодец. Я не знаю, думаю, надо было, наверное, завтра мне пойти. Чего я сегодня пошла, скупилась. Ну, ладно, купила. Думаю, положу в холодильник, а завтра, наверное, на ночь замочу. Пусть оно мне подкисает водички. Потом до среду буду варить. Вообще не знаю, в среду может готовить, буду, может и завтра поставлю варить. Что ему будет, свариться 2 дня или день постоит. Аня в среду приедет, уже можно будет покушать. Ну ладно, еще подумаю, определюсь, когда мне его варить. Так, как вам показывать, так? Или я, наверное, камеру вниз лучше опущу, покажу, что купила. Так, будет лучше видно, наверное. Так, купила грибов. Буду салат готовить с ананасами, с грибами и с курицей. Забыла филе купить. Думаю, ладно, завтра куплю. Грибы купила. Кстати, мне так такие грибочки маленькие. Не знаю, такие бы замариновать. Вот мелкие. Я хотела мелкие. Сколько раз приходила, были крупные. Этот раз меленькие. У нас в Украине грибы. Вот я покупала шампиньоны 50 гривен килограмм. Кому интересно. Так, купила уксус, закончился. Растительное масло вот такое вот, по-моему, 80 гривен. Говорят 3 литра, а 3 литра нету. Вот написано 2,670. Обманывают. Говорят 3 литра. Нету тут 3 литра. Так, теперь что? А, сейчас тут печенье домой купили. Такое вот печенье вкусное с шоколадками. Эсмеральда, по-моему, называется. Так, что теперь по мясу? Сейчас вам покажу быстренько. Так, печень купила. Сейчас камеру включу. И буду готовить печеночный тортик. У нас любят все. Все, сейчас сразу в холодильник уберу. В общем, холодец буду варить. Из чего буду варить холодец? Купила говяжьи. Вот эти, как они называются? Рульки? Нет. Короче, говяжьи такие вот. Думаю, пусть вывариваются. Чтоб такой холодец хороший получился. Свиную такую взяла. Вот. Рулька тоже. Ну, такая мясная, хорошая. Рулечка. Так. И взяла первый раз. Не знаю, хочу попробовать. Я обычно курицу... Ну, такую домашнюю, такая, которая жесткая, долго варить. Не знаю, взяла 2 крыла индюшиных. Такие крылья большие. Думаю, в холодец. Это у меня будет холодец. А это взяла такие карбонатики. В духовке пожарим. У меня, правда, родители курицу не очень любят. Ну, ладно. В общем, вот это на холодец. Еще что-то надо. В общем, завтра еще пойду что-то надо покупать к столу. Да, София? Да. София заказала торт, чтоб я испекла. Наполеон. Так, все я показала, все купила. Не знаю. Сейчас... Да, вроде бы как все. Масло показывала? Масло показывала. Ну, собаке купила корм. Сейчас я вам нашу козявку. Она ж как хвостик везде, девочки, за мной. Сейчас я вам покажу. Вот она. Она как хвостик. Куда я, туда и она. Куда я, туда и она. Микки! Микки! Эх, убежала. Штатив нюхает. Микуся, ты где? Бегает за мной хвостиком. Ой, хвостик ты маленький. Не трогай штатив. Все, уже надо сразу. Микуська. Показала вам покупки, в общем, что купила. Микки нельзя. Микки у нас тут чудит. Так, что вам еще хотела что-то рассказать?
уже забыла, все забыла. София, София ее дразнит. София, не дразни, чтобы она острые когти такие, надо ей эти коготки пообрезать, да? Сегодня пообрезаем. Вчера Софию прямо аж тут под глазиком поцарапала. Не буду показывать. Иди сюда, Микки, покажу тебе. Играет моей резинкой. Резинка играет. Сейчас покажу вам. Пойдем. Пойдем. Пойдем со зрителями здороваться. Скажи привет. Всем привет. Привет. На. Привет, моя ребенка. Вот эта резиночка, ей так нравится резиночка. Она играет ей. Да, ей лишь бы резиночки, да? Хотела сегодня шампунь, пошли мы в зоомагазин шампунь ей купить. Не было шампуня. Ну как, еще и нельзя купать после прививки 10 дней. Прививка у нее когда была? В четверг. Ну да. Ладно. Она говорит, нету для щенков. А мне кажется, какая разница, для щенков или не для щенков. Ну ладно, сказали, нет, потом куплю. Что мы и капли купила от блок, покапаю ее для профилактики. Что еще? Корм ей купили. Да? Лежанок нету, ничего нету в зоомагазине у нас. Надо, наверное, куда-то поехать. А может в интернете. Наверное, в интернете поищу красивенькую. Красивенькую лежаночку. Ну ничего, она на полотенечке спит. Ой, типа зимой. Ой, типа зимой. Мы уже уходили сегодня, не стала ее в зале оставлять, закрыла в ванной. Думаю, пусть сидит в ванной. Там, в принципе, такое безопасное место, ничего она там не сделает. Ёршик только убрала для унитаза, то она, он ее сильно смущает, все, она к нему лезет. Любопытное, все ей надо знать. Ладно, беги, беги. Все, беги. Ой, мама, резиночка. Так, девчонки, буду готовить холодец. Покажу, как я холодец варю. Но этот раз я никогда не покупала вот эти крылья индюшины. Ну, думаю, попробую, пусть будет. Какую там обычную курицу добавляю домашнюю, или петуха беру, или такая. Или курица, которая жесткая, долго варить, в холодец варю. Ну ладно, девчоночный пирог, салат, карбонатики, вот это пожарим, что-то еще. Что-то еще. София хотела салат сердца, сказала уже не надо, не готовь. Не ну, знаю, торт Наполеон, хорошо, спеку Наполеон, наверное. Аня, не знаю, Аня больше киевский любит. Я пробовала киевский, пекла один раз. Ну, правда, я не украшала, так как он украшенный. А именно состав внутри наполнения хороший, вкусный получился. Вот. Ну все, показала покупки, порассказывала с вами немножко, пообщалась. Такое коротенькое видео на сегодня. В общем, будем заниматься делами домашними. Буду уроки учить сейчас с Софией. Да, Софийка? Ну, сейчас разберу тут на кухне все. Вот думаю по поводу грибов, девочки. Ой, прям не знаю, что мне. Или замариновать. Ладно, подумаю. Ладно, все, пока-пока.